За что внук убил родного деда? Сейчас выясняют следствие. Напомним, вчера на берегу моря между Избербашем и Махачкалой было обнаружено обгоревшее тело мужчины с признаками насильственной смерти. Погибшим оказался 68-летний житель Избербаша. В ходе разбирательства полиция выяснила, что трагедия произошла на почве конфликта между убитым и его 18-летним внуком. Молодой человек в отделении полиции признался в содеянном и по-своему объяснил все произошедшее. Я убил его на мотиве личной обиды, потому что он меня оскорблял за не такое большое непослушание. Он меня материл. Из-за этого я очень сильно обидчивый. Я совершил убийство ударом боевого меча катаны по шее моего дедушки, после чего я поджег его. Понял, подожди, в это время вы где находились? В машине, на улице? Нет, на улице. На улице? На улице. Потом? После этого я поджег его. Где поджег? Там же? Там, примерно в этом же месте, он туда-сюда ходил, и... Я его поджег, облил бензином, поджег его и сел на машину и уехал. Собранный полицейскими материал передан в Следственный комитет, где уже по данному факту возбуждено уголовное дело.